Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на модель фирмы Trumpeter бронеавтомобиль М1078. В наборе более 480 деталей. Длина автомобиля будет 18 см и высота 7 см. Довольно плотная коробка, как и обычно. Это у Trumpeter. Также видим, что в набор входит плата фототравления. Варианты раскраски моделей. Сейчас вскроем коробочку и посмотрим, что в ней. Видим, сразу лежит инструкция. И все литники упакованы в целлофановые пакеты. Сейчас все распакуем и продолжим обзор. Начнем обзор. Набор состоит из 10 литников серого пластика, одного литника с прозрачными деталями, кабины, которая выполнена одной деталью. С нее и начнем обзор. Год выпуска данного набора 2009. Так указано на плате фототравления. Вот как видим, довольно хорошо выполнена кабина. Рассмотрим плату фототравления. Я и говорил, написано 2009 год. Рассмотрим декаль. Довольно хороший принт. Отпечатано. Панель. И в наборе 5 вот резиновых покрышек. Довольно неплохого качества. Даже видим вот накачанный баллон. И надписи присутствуют. Рассмотрим литник А. Здесь видим элементы подвески. Мосты, бампер. Довольно хорошо все выполнено. Хорошее качественное литье. Рассмотрим литник с элементами кабины. На данном литнике, опять же, дан бампер, бронированные двери. Как видим, вот такие вот выступы на дверях. Это для того, чтобы вешать дополнительное бронирование. Все также очень хорошо отлито. Следы толкателей, как видим, на тыльных частях деталей. Еще один литник с элементами подвески. Как я и говорил, в наборе 10 литников. Деталей на каждом литнике не особо много.
Но все же 480 деталей, довольно непростой набор. На данном леднике элементы кузова. Здесь много мелочевки всякой. Даже к мелким деталям не к чему придраться. Все очень хорошо выполнено и отлито. Два одинаковых ледника с элементами сидений. Здесь подножки, сидушки, сиденья, конечно же, кузова. В конце видео будет подробный фотоотчет, где вы сможете рассмотреть более подробнее каждый ледник и каждую деталь. Неплохо сделаны диски. На дисках очень хорошо выполнены головки болтов. И еще один ледник с мелочевкой и, как видим, пулемет Браунинг. И ледник с прозрачными деталями. Очень хороший пластик, хорошая прозрачность деталей. Все выполнено очень хорошо. Ну а теперь рассмотрим инструкцию. Инструкция выполнена в виде книжки. Довольно хороший принт, очень все схематично, хорошо показано. И следуя инструкции, собирать модель, я думаю, вы будете без проблем. Очень много элементов сборки и довольно хорошо все показано. Рама состоит из множества деталей. Вот. Кузов, наверное, самое простое, что будет собираться в данной модели. И как видим, этапов по сборке 17. И также дан цветной вкладыш, где мы видим две разновидности камуфляжа, два варианта окраски данного бронеавтомобиля. Еще в наборе мы видим такой вот цветной вкладыш. Здесь видим модель в 3D проекции, как он будет выглядеть в собранном виде.
Также, друзья, при желании вы можете улучшить данную модель всякими дополнительными наборами. Например, вот такими вот фарами фирмы СКП. Довольно неплохой набор. И поверьте, он своих денег стоит. Не надо мучиться, придумывать что-то, делать с прозрачного лака. Здесь все сразу, все дано в данном наборе. Также можно, если вам не понравились покрышки, заменить колеса на смолу от фирмы DevModel. Замечательный наборчик со смоляными колесами. Есть, друзья, еще вот такой вот набор от Voyager Model. Здесь очень много плат фототравления. И ваш бронеавтомобиль приобретет более натуральный вид с данным набором. Здесь очень хорошая приборная панель дана. Также можно при помощи данного набора фототравления фирмы Voyager Model сделать дополнительное бронирование на кабину. И при помощи данного набора можно заменить пулемет Браунинг на смоляной с металлическим стволом. Обзоры данных наборов дополнения будут отдельно. Так что, если вам интересно, пишите. Я обязательно сделаю обзор на все эти наборы. И вы их рассмотрите поподробнее. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. Если вас вдруг заинтересовала данная модель, приобрести вы ее можете в интернет-магазине «Я моделист». До новых встреч, друзья! Смотрим дальше фотосессию.